честно говоря, давно не получал таких эмоций, как сегодня. Вообще на любых мероприятиях, где я бывал, я такого, честно говоря, вижу впервые. И меня пригласили в жюри в один из институтов, где находится небольшое количество наших, пока, я надеюсь, небольшое количество наших болельщиков, чему я очень рад. Я надеюсь, они сегодня здесь. Во-первых, и нам интересно такого рода мероприятие. Лично мне было интересно. Вот. И я что-то для себя новое там подчеркнул, открыл. Надеюсь, что придут к нам на футбол, если будут так же кричать у нас.